Закрыли в подъезде из-за ремонта домофона. Жители одной из многоэтажек в Магнитогорске пожаловались на рабочих. По словам людей, после ремонта домофонная дверь просто перестала открываться. Ни с кнопки выхода, ни с ключа. И теперь никто ни изнутри, ни снаружи открыть не может. По словам людей, они обратились в МЧС, но там в помощи отказали, заявив, что этим они не занимаются. В итоге людям пришлось самостоятельно открывать дверь с помощью веревки и автомобиля. Трос привязали к ручке и дернули с помощью легковушки.